Проблема мигрантов или проблема иностранцев, допустим, она везде одна и та же. Статистика говорит, что если вдруг ни с того ни с сего выясняется, что эмигрантов или как угодно, их больше 12%, коренное население уже начинает чувствовать дискомфорт. У нас приближается сейчас 25, 30, а то и даже 50% со временем. Поэтому единственное, что может сдержать вот эту волну, это очень жесткое следование федеральным законам. Федеральный закон должен абсолютно точно и регламентированно говорить, чего можно делать и чего нельзя, и жестко следить за исполнением этих регламентов. Вот и все. И любой мигрант, если он чувствует себя как бы принадлежащим к этой стране, должен жить по законам этой страны. Если мы сможем это дело привить всему населению, то никакой проблемы мигрантов не будет, потому что в России всегда было, даже в Москве был миллион татар, и мы нормально с ними уживались. В Казани миллион русских, и тоже прекрасно живут.